Афины, столица Греции и Атики, является самым крупным промышленным, торговым и культурным центром страны. Город с его пригородами имеет население более 4 миллионов человек и занимает всю Афинскую долину. Афинская долина окружена со всех сторон горами, такими как Агалео высотой 476 метров и Митас высотой 1027 метров. Пентели 1108 метров с ее знаменитым белейшим мрамором и покрытой еловыми лесами Парнитой высотой 1410 метров. Город простирается на юг до Саронического залива и соединяется с портом Перей. В центре Афин с одной стороны высится холм Ликобет высотой 227 метров, поднявшись на который по подземной канатной дороге вы можете полюбоваться видом на город, а с другой стороны расположена впечатляющая скала Афинского Акрополя. Именно с этой скалы началась история города и всей Аттики. Согласно мифу, город был основан царем Кекропом на скале Акрополя и вокруг нее. В споре двух олимпийских богов Афины и Посейдона за господство над городом победила богиня мудрости. Она стала покровительницей города, а город получил ее имя – Афины. Сейчас не вижу отсюда, а то орел Павел и сказал: афиняне, то есть обращение к афинянам. Афиняне, я вижу, народ вы набожный. Это я уже своими словами, вы, конечно, знаете эти слова, да? Я побывал на территории Агоры, и у вас есть очень много алтарей. Народ вы набожный, религиозный. Мне очень понравилось, что вы уважаете и почитаете богов. У вас есть алтари, посвященные этим богам. У вас есть алтарь, посвященный неведомому богу. О неведомом боге я пришел рассказать. Агностос Теос. Это вот там 5-я строчка. Агностос Теос. То есть это слова Агностоса. Сегодня Афины – это крупный, современный, постоянно развивающийся город. Туристы имеют возможность осмотреть достопримечательности города, его памятники, музеи, насладиться таким летним зрелищем, как звук и свет Акрополя, греческими народными танцами на холме Филопаппа, представлениями Афинского фестиваля в Театре Ирода Аттического, древнегреческая драма, мелодрама, балет и концерты. Афины, как, впрочем, и вся Аттика, известны своим благодатным климатом и безоблачным голубым аттическим небом. Живописные туристические пляжи и нескончаемое побережье опоясывают почти всю Аттику от Коринфского канала до сужения Еврипида в Халкиде. Недалеко от столицы Греции, Афин, находится остров Эвия, или Эвбея, где в местечке Неопрокопион расположен храм святого Иоанна Русского, в котором находятся мощи святого. Когда мы станем ближе к Церкви Христовой, откроем свою душу и сердце, перед нами – тут же распахнется светлый и живой мир православия, отличительной чертой которого является прославление святых угодников Божиих всех времен и народов, живших до и после Христа. Эта особенность православия имеет глубокое значение как для нашей веры, так и для нашей жизни, ибо сохраняет нас в единстве, в общении со святыми. Это есть сладостное утешение, которые мы получаем от Церкви. Один из миллионов услышавших Христа был святой Иоанн Русский. Он последовал Христу, посвятил Ему всего себя и, прожив жизнь, полную тревог и мучений, уединения и подвигов, ведя труднейшую борьбу, пришел ко Христу. Родина святого – Украина. Дата его рождения – приблизительно 1690 год. В период войны, которую вела Россия с 1711 по 1718 год, он был уже воином в царской армии Петра Великого. Турецкие войска победоносно продвигались, наводя на людей страх и ужас. Воин Иоанн участвует в боях, защищая свою родину. Воспитанный в православном духе своими родителями, он глубоко скорбит, видя жестокости войны, гибель тысяч молодых людей, детей, женщин, стариков. В битве за освобождение Азова воин Иоанн с тысячами других своих соотечественников был захвачен в плен и переправлен в Константинополь. Из Царьграда он попадает в город Прокопион, что у Кесарии Каппадокийской, в Малой Азии, и оказывается в подчинении у некоего Аги, содержащего лагерь янычаров. Иоанн испытывает на себе психологическое давление, ненависть турок. Он киаф, то есть неверный, он достоин мук. Его подвергают жестоким палочным побоям, оплеванием, сжигают ему волосы и кожу на голове, бросают в навоз и, наконец, определяют жить на конюшне среди домашних животных. Иоанн выдерживает все мучения смиренно, с достоинством. В этом проявляется его непреклонный христианский характер. Ярче солнца воссияло богатство его внутреннего мира, который с детства был открыт Христу. На побои и издевательства турок он отвечал словами апостола Павла: «Кто может оторвать меня от любви Христа? Я верю и имею любовь ко Господу моему Иисусу Христу, единородному Сыну Божиему, и ничто не может меня заставить отвратиться от Бога. Я пленный, но в вере ко Спасителю Христу вы мне не хозяева». Я помню терновый венец и крестную смерть Господа и готов и сам к еще большим и ужасным мучениям. Я готов умереть, но не отказаться от Христа». Святой Иоанн принимает жестокие условия мученической жизни, живет в конюшне. Это напоминает ему вертеп Вифлеема. Он молится, постится и сам совершает службы. Своей жизнью он умилил турок, и они в восхищении стали называть его Вели, то есть святой. Чудесным образом с помощью ангела Господня отправляет еду на медном подносе из Прокопиона в Малой Азии в Мекку. Турецкий ага съел плов горячим, а через 3 месяца блюдо с фмиальным знаком ага привез в свой дом. Это чудо, сотворенное святым с Божьей помощью, умерило ненависть и неприятие турок. Духовное и нравственное влияние святого укротило зверство иноверных. 1730 год, 27 мая. Святой Иоанн имел единственную опору и одно утешение во всех выпадавших на его долю испытаниях. Он прибегал к молитвам, всеночным бдениям и причащался святых Христовых тайн. Святое причастие каждую субботу было великим отдохновением для Иоанна. В последний день своей земной жизни, 27 мая, Иоанн призвал к себе священника, и тот принес ему святые дары в полом яблоке. Причастился он прямо в конюшне в последний раз. Его временный плен и жизненные трудности завершаются. Святой Иоанн, приняв причастие, перешел в вечность. Священник и христиане города Прокопиона получили от турок разрешение забрать и похоронить тело усопшего. Со слезами и благолепием вчерашний раб был погребен христианами, турками, армянами, как архиерей. На руках несли тело святого в окружении свечей и кадильниц на христианское кладбище. Священник, каждую субботу исповедавший и причащавший Иоанна, увидел святого во сне в ноябре 1733 года. Святой сказал старцу, что его тело благодатью Божией осталось целиком нетленным, таким, каким его погребли 3,5 года назад. Священник пребывал в сомнении, и вот, по божественной благодати, небесный свет появился над могилой святого в виде огненного столба. Христиане решаются открыть могилу, и, о чудо, тело святого оказалось абсолютно нетленным и благоухающим. Это благоухание сохраняется вплоть до наших дней. Тогда с благоговением верующие взяли тело, святые мощи, и перенесли его в храм, который когда-то посещал святой. С того дня, вот уже 258 лет, это святое тело – часть литургической жизни Церкви Христовой. Осман-паша сжигает святые мощи. Во время междоусобной борьбы султана и Ибрагима Египетского посланник султана Осман сжег святые мощи, желая отомстить христианам. Турки, присутствовавшие при этом, видели, как в огне тело двигалось, как живое. В страхе они оставили свои бесчинства и ушли. На другой день христиане нашли тело святого в целости среди обгоревших углей и пепла. Оно было почерневшим от дыма и копоти, но таким же благоуханным и нетленным. Святой, как мы знаем, жил очень скромно, в чистоте, в посте и молитве, обладая теми качествами, которые у нас так редки. Он прославлял Бога среди неверных, и Господь прославил его на небесах и на земле. У раки со святыми мощами Иоанна паралитики начинали ходить, бесноватые успокаивались, слепые прозревали, больные исцелялись. И не только православные, но и армяне, протестанты, турки. Во всех своих несчастьях и скорбях они прибегали к святому. язык святого безмолвствовал, говорили лишь его чудеса. Недвижимы святые мощи, но они проповедуют совершаемыми чудесами. Место захоронения Иоанна становится местом паломничества всей Каппадокии. В 1922 год. Малоазиатская катастрофа. Политика великих держав, ошибки греческого правительства привели к тому, что движение Кемаль-Ататюрк завершилось победой турок и катастрофой для греческого населения Малой Азии. Греки, разделенные на монархистов и антимонархистов, сторонников и противников политики премьера Венизелоса, вступили в междуусобную борьбу. Политики в Афинах произносят с балконов речи о том, кто же достоин быть правителем. А в это время Кемаль жестоко расправляется с греческим войском. Потери греков исчислялись чудовищной цифрой – 1,5 миллиона погибших и пропавших без вести. Перенесение мощей. После страшных разрушений, после официального обмена населением между Грецией и Турцией, греки-беженцы из Малой Азии перевозят святые мощи Иоанна Русского и другие церковные святыни в Грецию. Из Кесарии в Мерсину. Из Мерсины на корабле Василий Деступис они приезжают в Халкиду, живут здесь год и в 1925 году прибывают в современный поселок Неопрокопио. В 1930 году был заложен храм, где хранятся и поныне святые мощи. Завершено строительство в 1951 году. Святой Иоанн – прекрасный пример жизни человека в обозе, ибо открывает своими чудесами божественную силу и ведет нас к духовному познанию святой жизни, столь благостной для человека. Мы не только рождены для этой жизни, но мы принадлежим и будущей жизни, вечной, небесной. Душа наша бессмертна, вечна. Святой Иоанн своими чудесами привносит в души верующих небесный свет, божественную силу, примером своей веры и самоотверженности, силу нравственности, силу, которая побеждает узы материи, преодолевает все преграды и создает вечные и великие перемены в характерах людей, возрождает души. Своими чудесами, своим всегдашним предстательством святой Иоанн помогает людям приобрести внутреннюю свободу, ту душевную свободу, которая возрождает людей и целые народы. Сотни тысяч человек ежегодно с благоговением в молчании приходят к святым мощам, к этой великой святыне православия, и всем дается животворное дыхание благодати, которую святой Иоанн получил от всесильного Бога. Чудеса святого Иоанна Русского. Кораблекрушение. Торговый корабль с товарами на борту шел в открытом море к месту назначения. Дело было в одном из северных морей. Начался шторм. Разбушевавшееся море грозило поглотить корабль. Члены команды, греческие моряки, отчаянно боролись, предчувствуя близкую гибель. Лоцманская система и радарная установка вышли из строя. Корабль потерял курс. В этом хаосе послышался голос капитана. Он не отдавал больше приказаний. Опытный моряк советует лишь одно – молиться Богу о спасении. Он отправляется в корабельную часовню, где находилась икона святого Иоанна Русского. На коленях капитан возносит молитву святому: «Святый Иоанне Русский, молюсь тебе сейчас не о спасении своей жизни, не о корабле, но лишь об этих бедных моряках, живущих на чужбине, в поте лица добывающих свой хлеб для своих семей. Сейчас они погибают. Святый Иоанне, спаси их!» Всю ночь под рев волн и свист северного ветра капитан молился святому Иоанну. И вот страшная ночь кончилась. Что же видят глаза моряков? Что их корабль мирно качается на волнах в порту Роттердама. Кто был тот лоцман, приведший судно в порт, минуя верную гибель? Это был сам святой Иоанн Русский. Никто не может ничего возразить господину Димитрию Варуцикасу, капитану корабля, глаза которого видели очень многое в разных морях и океанах. Пораженный чудом, капитан оставляет в порту судно на ремонт и приезжает в Грецию. Вместе с женой они идут в магазин церковных товаров. Как знак своей благодарности святому, капитан приобретает набор золотых и серебряных предметов: напрестольный крест и Евангелие, кадила, артафорий, чашу для святого причастия. Все эти ценные предметы культа напоминают нам о чуде веры, молитвы, о спасении наших многострадальных моряков. 23 января 1978 года. Божественное видение. У вас впереди вся жизнь. Вы молоды. Это ваш первый ребенок. Ничего не поделаешь. Нужно вам знать всю правду. Ваше чадо умрет. У ребенка тяжелая форма белокровия. То немногое время, которое ему осталось жить, пусть он проведет дома под наблюдением медицинского персонала. Не расстраивайтесь. Вы еще молоды. Такими словами провожал педиатр одной из детских больниц Афин родителей трехмесячного ребенка, умиравшего от белокровия. В доме собрались родственники семьи, всего 35 человек, чтобы поддержать трудную минуту несчастных родителей. И вот отец ребенка в минуту скорби обращается к святому Иоанну. «Святый Иоанне, нет сил видеть, как мой первенец уходит из жизни. Вспомни, святый, как мы привезли его в храм, носящий твое имя, и крестили малыша. Помоги мне!» И в это мгновение родственники, сидевшие рядом с рыдающим отцом, видят, как малютка неожиданно открыл глаза и показал на стену. На виду у всех образ святого Иоанна, как сияющая молния, появился в доме и исчез. Ребенок выздоровел. Да славится имя Господне и святых его. За период с 1925 года в храме святого Иоанна крестили 11 253 ребенка. 27 июля 1981 года. На острове Еве, в Греции, в 130 километрах от Афин, находится село по имени Прокопий. Здесь, среди спокойного окружения, лежат святые мощи святого Иоанна Русского. Ежегодно, 27 мая по новому стилю, в Прокопию приезжают до 10 тысяч паломников, чтобы отметить праздник и помолиться своему любимому святому, святому Иоанну Русскому. Это небольшое село становится переполнено людьми. Улицы, которые обыкновенно пустые, за 2 дня превращаются в базар. Многие мелкие торговцы используют возможность, чтобы продать разнообразные религиозные изделия. Сладости местного изготовления. Или же все, что попадется под руку. Постоянный поток верующих окружает красивую церковь, которая посвящена тому же святому Иоанну. Служба начинается в полдень, в сочельник престольного праздника, и продолжается беспрерывно до следующего полудня. Многие из паломников молятся всю ночь. Величественная служба происходит в присутствии 6 митрополитов, множества епископов и священства. Тут же и гости из России, митрополит Гедеон и притч церковный. С любовью и смирением люди прикладываются к мощам любимого святого. Святой Иоанн родился в Белоруссии у набожных христианских родителей. В 1711 году при царствовании Петра Великого молодой Иоанн служил солдатом в войне против турок. Он вместе с другими попал в плен, его мучили, заставляли отречься от своей христианской веры. Он отказался, но некоторые из его товарищей были подвергнуты жестокому мучению и сдались. Святой Иоанн настойчиво держался и был готов умереть за свою веру. В конце концов, он был увезен в Турцию, примерно 12 часов езды от Каппадокии, в место, называемое Прокопий, и там он был отдан в рабство. Владелец его старался добиться, чтобы Иоанн оставил свою твердую любовь к Господу Иисусу Христу. Иоанн отвечал ему: «Никак ты не сможешь отвергнуть меня от моего Бога». На голову ему одевали раскаленную каску, которая мучительно жгла череп. Но в конце концов владелец прекратил жестокость и стал уважать молодого Иоанна за его сильную веру. Иоанн был назначен заведующим конюшнями, и там он жил в пещере с животными. Молодой Иоанн был рад этому, так как он мог молиться в уединении. Там он клал земные поклоны и с любовными слезами выражал свою любовь к Сыну Божию. Иногда, рано утром, Иоанн мог посетить греческую церковь и возвратиться до того, как владелец проснется от сна. По субботам он мог причаститься после трехдневного говения. Однажды, когда владелец поехал в Мекку, у жены его гостили друзья и гости. Она прошептала: «Как жалко, что здесь нету моего мужа. Так бы он попробовал его любимое блюдо». На это Иоанн с полной уверенностью ответил: «Дай мне это блюдо, и я ему непосредственно передам, Жена согласилась и к смятению всех присутствующих отдала тарелку мужа святому Иоанну. Святой Иоанн вернулся в конюшню и с горячей молитвой обратился к Господу Богу, цитируя псалом Давида. Он выполнит желание тем, кто боится его. Как Даниил, получивший питание, посланный ему в Вавилон из Палестины. И таким образом блюдо от рук святого Иоанна было перенесено в Мекку. Когда владелец прибыл в свое место жития, открыл дверь и на его удивление увидел его собственную тарелку с теплой пищей. После такого подвига святой Иоанн заслужил значительное уважение и получил свободу. У него появилось больше времени на молитву, на духовное развитие. И через несколько лет строгого поста святой Иоанн почувствовал, что конец его приближается. Он секретно передал сообщение священнослужителю, чтобы он причастил его. Священник, боясь мусульман, вскрыл святое причастие в яблоко и принес его к умирающему святому. Святой Иоанн, получив собрование, скоро скончался. Владелец дал разрешение похоронить тело по-христиански. Он даже пожертвовал дорогой красный ковер для погребения. 3 года позже святой Иоанн приснился священнику и сказал ему раскрыть гроб его. Священник неохотно отнесся к этому предложению, но потом он увидел луч света, который сиял на могиле. Тело святого было раскопано, и нашли, что оно было совсем нетленное. Благоухание исходило из него. С великим почтением и церковным пением святые мощи были переложены в пещерную церковь, которая была посвящена святому Георгию Победоносцу. За много лет несчастливые чудеса творились через ходатайство любимого святого Иоанна. В 1832 году Шах-Окман с несколькими всадниками появился в окрестностях Кесарии и Прокопии и стал убивать, грабить и уничтожать имущество христиан. Разбойники ворвались в храм, где мощи святого Иоанна лежали в раке, вытащили их, вынесли их наружу и бросили в огонь. К смятению их мощи исчезли и мгновенно вернулись обратно в раку в церкви. Они опять вытащили их и бросили в огонь, но мощи не сгорали. На удивление всех, святой Иоанн восстал среди пламени и с жестокими словами перепугал турок, и они убежали. В 1862 году, в субботу, перед концом литургии, одна женщина имела видение, что святой Иоанн встал из раки и поспешил из храма в сторону ближайшего зала. Там она увидела, что он стоит и держит упавшую крышу своими широко расставленными руками. Едва женщина успела объявить другим о ее видении, как послышался звук разрушающегося здания. Но группа детей, находившихся внутри, осталась невредима. За долгое время чудеса постоянно совершались благодаря ходатайству святого. В 1880 году святые отцы монастыря святого Пантелеймона на Афонском горе умоляли священнослужителей Прокопии, чтобы они передали частицу мощей святого Иоанна. В конце концов, неохотно, после благодарственного служения святому, передали частицу мощей. По сей день святые мощи остаются при монастыре святого Пантелеймона. Во время этнического обмена между греками и турками в 1924 году греческие христиане Прокопии были переведены в Грецию. Святые мощи Иоанна были взяты ими и перенесены на остров Эвия. И здесь был основан новый Прокопий. Строительство этого храма началось в 1930 году и завершилось в 1951 году. Приблизительно 11 лет позже. Русская православная церковь канонизировала святого Иоанна 19 июня 1962 года. Однажды святой Иоанн явился во сне одной русской набожной женщине и велел ей сообщить русским: «Я русский и хочу помочь всем русским. Просите меня, и я вам помогу». Утром приехало еще больше молящихся. Скоро начнется процессия через село. Серебряная рака выносится из храма. Процессия начинается. Премьер-министр Греции и высокопоставленные лица, включая представителей армии, авиации, флота, организации молодежи, всецело готовятся к такой духовно-торжественной процессии. Сельской площади процессия остановилась на молитву. Здесь, в Прокопии, чувствуется ощущение настоящей христианской любви, непрерывное жертвование, так как в Прокопии сейчас находятся 2 приюта, 2 дома для престарелых, дом для нуждающихся школьников, лагерь молодежи и много других благотворительных организаций. Святой Иоанн Русский был опален горячей любовью к нашему Господу Иисусу Христу и был готов перенести многие пытки, мучения и страдания, чтобы получить вечное спасение в Царстве Небесном. Итак, христиане в Прокопии также стремятся достигнуть вечного спасения, каждый по-своему и с помощью ходатайства любимого святого Иоанна Русского. Если вы когда-нибудь приедете паломником к мощам святого Иоанна Русского, то увидите в его храме одно простое и бедное подношение – палка. Она подвешена как трофей у раки с мощами. Палка эта принадлежала бабушке Марии Спаке из села Френара, что у города Фамагуста на острове Кипр. Эта старушка 18 лет ходила согбенной почти до земли. 11 августа 1978 года ее привезли родственники в храм святого Иоанна Русского. Совершая паломничество по Греции, вместе со 100 другими киприотами. Бабушку подняли на руках, чтобы дать ей возможность приложиться к мощам святого. Воззрев на нетленные мощи, несчастная старушка залилась слезами, прося у Божьего угодника заступничества и помощи. И услышал ее святой Иоанн. Увидел величие души этой страждущей женщины, увидел ее скорбь и вместе с тем веру. И вот, на глазах у всех, как будто чья-то невидимая рука прикоснулась к спине болящей и выпрямила ее тело. Старушка выпрямилась. Слезы заполнили глаза ее односельчан, зазвенели колокола церкви. Вся группа паломников-киприотов тут же попросила совершить благодарственный молебен. На этом молебне плакали все. Те, кто видел хоть раз, как совершается на глазах чудо, поймет эти строки. По окончании молебна послышался возглас исцелившийся. «Чем мне отблагодарить тебя, сыне мой, святый Иоанне? Я бедна. Оставляю здесь у твоих мощей свою палку, с помощью которой ходила я столько лет. Она мне больше не будет нужна, до самой смерти». Вот что написали газеты города Никосия, столицы острова Кипр. Мария Спака после своего паломничества в Грецию к мощам святого Иоанна Русского может теперь видеть лица своих односельчан. Почти 2 десятилетия она ходила согнутой вдвое и видела лишь землю под своими ногами. Благодаря чуду, совершенному святым, она исцелилась и теперь совершенно здорова. 11 августа 1978 года. Чудо ученому. Ваше Высокопреосвященство, обратился с письмом к митрополиту Халкидскому Хризостому Вергису господин Мадзорос, врач из села Аимни с острова Эвбея. Я не очень религиозный человек, имею высшее образование. Я врач по профессии и бывший атеист. Случилось, что я заболел. Прошел обследование. Диагноз – рак прямой кишки. Мои коллеги сказали всю правду. Это рак в одной из тяжелых форм, которая обычно приводит к смерти. Я находился на обследовании в онкологическом центре Пандакратор в Афинах. После подтверждения диагноза остаюсь один на один со своей болезнью. И тогда, в этот трудный час, обращаю свою душу и сердце к Богу, в которого я не верил. Я сижу на кровати, мои ноги опущены вниз, веду разговор с самим собой и обращаюсь к Богу. «Боже, я не верил в Тебя, говорил, что все сказки, думал, что вся опора в человеке и в науке. Вот видишь, теперь все теряет свою ценность. Прими же мое покаяние, и если сочтешь меня достойным, исцели мою болезнь через предстательство святого нетленного Иоанна Русского». Это было искреннее и истинное грешен человека-врача. В эту минуту кто-то стукнул в дверь. Вошел молодой, подтянутый, красивый врач. «Ну как, коллега?» – спрашивает он господина Мадзороса. «Что делать, доктор? Умираем». «Нет, ты не умрешь», – послышался ответ. «Всю твою болезнь я беру на себя». Я посидел на своей работе и прекрасно знаю, что означает моя болезнь. Кто вы, молодой человек? Я тот, кого вы просили о помощи. И вышел. Больной в коридорах больницы стал искать и спрашивать о молодом враче. Коллеги удивленно пожимали плечами и говорили, что видение – плод галлюцинации. Нет, врач раковый больной уверен, что говорил с Богом и со святым, настаивает на повторном обследовании. Выходит повторный диагноз. Абсолютно здоров. Сколько людей видели эти две медицинские карты? Одну с подтверждением рака, другую с признанием полного здоровья. И вот письмо. «Ваше Высокопреосвященство, я неверующий, но я видел святого и исцелился». 10 апреля 1964 года. Чудеса с детьми. Особую любовь питает святой Иоанн к малым детям. Это напоминает нам прежде всего любовь Господа нашего Иисуса Христа к детям. «Оставьте детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Из Евангелия от Матфея. «Истинно говорю вам, если вы не изменитесь и не станете смиренными, простыми и бесхитростными, как дети, не сможете войти в Царствие Небесное». Исцеляются два брата. В одном бедном доме в городе Лимассол на острове Кипр живет в трудах и скорбях семья. Двое детей, два братика, 6 и 8 лет, страдали белокровием. Родители и врачи вели непрестанную борьбу за здоровье этих детей. При виде бледных лиц и тщедушных тел своих чад сердце родительское сжималось от скорби. И вот кто-то им рассказал о святом Иоанне Русском, чудотворце, мощи которого покоится в Греции. Встает на молитву колено преклоненная мать, молится отец. Вечер. Огонек лампадки тускло освещает бледные лица детей. «Святый Иоанне», — шепчет мать, — «сделай так, чтобы мои детки выздоровели, и я не выдержу больше этой муки. Святый Иоанне, приди, посети мой дом. Здесь, в Лимассоле, приди днесь и помоги нашему горю». Отец в глухих рыданиях встал, встала и мать. Утром, подойдя к кроватке детей, Видят родители, что внешний вид их совершенно изменился. Разбудили их родители и скорее отправились к врачу. Но, дорогие мои, говорит доктор, мы же совсем недавно провели анализ крови. Не мучьте детей. Мать, однако, настояла. И, о чудо, анализ подтверждает нормальный состав крови. Вера совершила это чудо. Счастливые родители заказали фигурки детей из воска в полный рост. На самолете прилетели они в Афины, а оттуда к чудотворным мощам святого Иоанна. Вся семья встала на колени, произнося слова благодарности. После их ухода из храма остались две восковые фигурки детей в воспоминании о чудесном исцелении. До сих пор этот дар находится в храме Иоанна Русского как символ любви Бога и святого Иоанна. 30 июня 1980 года. Трагедия маленького ребенка. Каждая мать хочет, чтобы ее ребенок был самым лучшим. В одном бедном домишке среди узких улочек, что выходят к церкви Пандонассах, в Патрах, произошла трагедия. С первых минут рождения второго ребенка в семье мать, увидев новорожденного, пришла в ужас. Язык младенца высовывался наружу. Кормление грудью было невозможно. Язык был длиннее обычного на 3-4 сантиметра. С этого момента начались мучения. Мать не показывается с ребенком на людях. 3 года подряд она ездит по больницам Афин, а язык между тем продолжает расти и свисает уже ниже подбородка. «Боже мой», – умоляет мать, – «укажи нам, что делать?» Врачи советуют сделать операцию, полностью ампутировать язык, но при этом ребенок должен остаться на всю жизнь немым. Бедные родители занимают деньги и отправляются на консультацию в Стокгольм, в Швецию. Шведские врачи также советуют операцию. В скорби семья возвращается в Грецию. Родные и близкие, ожидавшие хоть какого-то проблеска надежды, не находили слов, чтобы утешить родителей ребенка. И вот в толпе послышался голос одной из родственниц верующей женщины. «Я верю, что Господь услышит нашу молитву. Ты, как мать, дай обет святому Иоанну Русскому, святому, которого часто посылает Всевышний для оказания помощи людям. Молись усердно о помощи. А сейчас пойдем в храм Пандонасса». Как пишет писатель Алексис Карелл, молитва, возносимая нами за других, самая действенная и всегда бывает услышана Богом. Старый священник совершает молебен святому. Совершается малое всеночное бдение, после которого все родственники тихо направляются по домам. И вдруг в одной из комнат раздается крик матери: «Святый Иоанне, сколь быстро ты поспешил на помощь нашей боли! Что видят мои потускневшие от горя глаза?» Все стали свидетелями, как мучение ребенка кончилось. Язык вернулся на свое место, и ребенок заговорил. Факт, необъяснимый человеческой логикой, факт, который для многих лишь выдуманные сказки, для многих, тех, кто не может преодолеть голую логику, но для верующих все обстоит очень просто. Все для верующих имеет свое объяснение. Вера есть наблюдение за вещами, недоступными глазу. Вера есть подтверждение того, что не могут видеть телесные глаза. 16 мая 1966 года. Первым самолетом. В одной из крупных больниц Нью-Йорка готовятся к операции. Злокачественная опухоль, похожая на большую грушу, расположена в легких больного Георгия Скура, греко-американского происхождения. Супруга больного, госпожа Афанасия, просит на некоторое время отложить операцию. Дирекция больницы разрешает 2-дневную отсрочку. Что произошло? В последнюю минуту женщина почувствовала, что непременно должна дать своему мужу перед операцией святую воду и помазать его маслом из лампадки, что у мощей святого Иоанна Русского. Женщина звонит нам в храм и просит прислать воду и масло с первым рейсом самолета в Нью-Йорк. Мы выполнили ее просьбу. В аэропорту Нью-Йорка госпожа Афанасия ждала не просто две бутылочки с водой и маслом, ждала самого святого. Со слезами она берет пакет, как на крыльях летит в больницу. Господин Георгий с благодарностью следит за действиями супруги и получает от нее благословение, помазание лампадным маслом. Потом госпожа Афанасия направляется к директору больницы и просит его повторить рентгеноскопию. Чудо, в которое она верила, что оно действительно произойдет, произошло. Удивленные врачи убеждаются, что на новом рентгеновском снимке опухоли больше нет. Интересный случай научной терапии, в один голос сказали врачи. Интересный случай исцеления по молитвам святого Иоанна Русского, сказала с верой госпожа Аскура и уехала из больницы вместе с мужем, возвращенным к нормальной жизни. День и ночь она славит имя Господа и святых его. 3 июня 1983 года. Дом твой. Госпожа Арети, вдова, и ее единственная дочь Хриса еще не успели прийти в себя от безвременной кончины мужа и отца, как оказались перед лицом человеческого бесправия. Трое братьев умершего подали в Третейский суд Афин, заявив о своих правах на оставленное им недвижимое имущество, строящийся дом в центре Афин, стоимостью в десятки миллионов драхм. Все это наследство оставил супруг госпожи Аретти. Трое братьев получили свою долю. Воспользовавшись смертью брата, они узнали, что есть какие-то юридические правила, по которым и они тоже могут потребовать часть имущества. Суд удовлетворяет иск, и братья выигрывают процесс. Мать и дочь понимают, что попали в джунгли, где звери более сильные пожирают более слабых. Но другого наследства у них нет, поэтому они решают вступить в жестокую борьбу. Строящийся дом – воплощение труда мужа, но это и их единственная экономическая база в будущем. Они подают на апелляцию, суд отклоняет ее. Суд отклоняет также и вторичную апелляцию. Две женщины отправляются в последнюю инстанцию – Верховный суд. Вторник, вечер. Мать и дочь размышляют о затраченных трудах, о борьбе, о своем туманном будущем. Камень лежит на сердце у женщин. Они убиты поведением родственников, переживают, что нет рядом их адвоката, который срочно уехал за границу. Лишь поздно ночью уснули измученные женщины. Во сне вдова видит, как будто она бросается с побоями на свою заловку. В это время появляется неизвестный молодой человек со спокойным лицом и произносит: «Дом твой. Я сам позаботился о вашем деле. В любой опасности просите помощи Божией и нас, служащих Ему. Я Иоанн Русский. Идите завтра в суд». Сна как не бывало. Мать и дочь начинают усердно молиться. Утром в третьем отделении суда перед залом заседания их адвокат, сумевший каким-то образом вернуться к процессу, дает им советы. Нужно иметь спокойствие и смелость. Неведома была ему тайная надежда женщин. И вот решение. Высший апелляционный суд признает, что дом принадлежит по праву вдове умершего и его дочери. Когда обе женщины пришли к мощам святого Иоанна Русского, они поведали нам: мы никогда не знали этого святого. Мы всегда молили только Бога. У нас есть духовный отец. Мы причащаемся, но сюда, на Эвбею, мы никогда не приезжали и никогда не обращались к святому Иоанну. И вот мы поняли, святые живут среди нас и знают все наши чаяния. 28 марта 1985 года. Не бойтесь. 1947 год. Идет гражданская война. Грек убивает грека, брат брата, христианин христианина, родители детей, дети родителей. По всей Элладе, в городах и селах льется кровь, поднимается меч, винтовка, нож, сжигаются дома. Эллада в огне, и все были уверены, что убивали во имя восстановления справедливости, во имя правды и демократии. Но что на земле есть более справедливое, более прекрасное и истинное, чем человеческая жизнь? Тому, кто пал жертвой убийства, ничего уже не было нужно. Ни справедливость, ни демократия, ничего. Истинно ничего не стоят все идеологии, политические системы и демократии мира по сравнению с одной единственной человеческой жизнью, кровью, которая бесцельно проливается и становится трупом-то, что минуту назад было живым человеком. Я видел эти трупы своими глазами, потерянные жизни во имя той или иной идеологии, во имя слепой веры, пустым словам и системам. Спасите человека, научите человека быть человеком, и больше ничего. Село Прокопион не познало этой трагедии. Святой Иоанн не пожелал, чтобы обагрилась кровью земля, где почивают его мощи, где стоит его храм, его дом. Пастух Димитрий пас однажды своих овец и видит на небе, над высокими вершинами деревьев, образ святого Иоанна. Святой как бы парил над лесом, распластав руки, как крылья. В тот же момент послышался голос, как звук небесной трубы. «Не бойтесь! Не бойтесь!» Святой описал круг над горной долиной и скрылся в храме. Пастух утверждал, что видел все своими глазами, причем днем. И мы верим ему, ибо святой Иоанн не позволил совершиться злу. То, что я записал, я узнал из беседы с одним из партизанских командиров, но не тогда, в 1947, а уже в 1988 году. Это был бывший партизан, скрывается сейчас под чужим именем и живет среди нас. Послушаем его рассказ. «Батюшка, вы служите в храме святого Иоанна?» «Да», — отвечаю я. «Можно мне с вами поговорить?» «Пожалуйста». «Знаете, я был когда-то командиром партизанского отряда в Центральной Греции и здесь, на Эвбее. Я отвечал за вынесение смертельных приговоров и приведение их в исполнение. Отряды смерти подчинялись мне. 5 раз я посылал своих людей для приведения в исполнение смертного приговора. Расстрелять таких-то и таких-то», называет 9 фамилий. Но отряды возвращались, не выполнив приказа. Как только они приближались к вашим местам, неожиданно теряли силы и смелость. Ноги их становились как ватные. Продвигаться было невозможно, и они возвращались назад. Ни один из наших приказов не был выполнен на вашей территории. Уверен, что вас здесь спасал Иоанн Русский. Потом, после войны, я долго скрывался. Сменил все документы. Меня никто не знает. Только Господу Богу все известно. Я покаялся. Молю Бога простить мне мои преступления. Да, господин капитан, Бог велик. Его правда выше прегрешений разбойника и грехов блудницы. Но скажи мне одну вещь. Твоя правда, твоя идеология и демократия смогут ли вернуть загубленные души? Смогут ли дать вновь жизнь мертвецам? Когда же, господин капитан, они порадуются твоей правде? Сколько же могут стенать святые, и куда в первую очередь они должны бросаться с помощью? Каким еще способом могут они нас вразумить? Может быть, достаточно уже того, что живы вы, господин капитан. Идите с Богом, и пусть он один ведает». 23 мая 1988 года. бесчисленные чудеса, проистекающие от мощей Иоанна Русского, великого угодника Божия. Велика его помощь всем, кто с верою и любовью притекает к нему. Воззовем к нему и мы, грешные, прося его святой и всескорой помощи. Моли Бога о нас, святый праведный отче Иоанне Русский, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. Величаем тебя, святый праведный отче наш Иоанне Русский, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас, Христа Бога нашего. днем пировал он и тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого бросил своих он товарищей, бросил набеги творить. Сам Кудеяр в монастырь ушел. So